Ребята, всем привет и доброго времени. Это запчасти на B3 Passat, а именно запчасти багажника на универсал. Это идет правая пассажирская сторона, пластик, который вдоль окна, где стоит родной заводской динамик. Вот, на универсал, напомню. Смотрите, сейчас рассказываю по креплениям. Первое крепление целое, крепление вот этого вот отсека целое. Второе целое, здесь стоят резиночки, вот здесь тоже какое-то крепление, оно там приклепанное изнутри, заводское. Верхнее крепление, раз, два, целые. Середина, саморез целый, краешек, который идет на поперечину, тоже целое. Здесь тоже все целое, вот только нижняя посередине обломана. Вот здесь так вот должна быть, ну, бортик идти, но он сломан. Вот. Но шайбой он придавится, потому что здесь еще есть край. Затем, вот смотрите, низ, ой, край, где идет уплотнитель, целый. Затем, где идет стойка, тоже целая. Верх целенький, без каких-то либо повреждений. Да, он немножко грязный, в пыли, но лежит, хранится у меня. Вот передняя часть, где ремень, тоже обломана. Ну, это стандарт, наверное, так у всех. Затем смотрим с задней стороны. Крепление к окну одно есть, второе даже с металлическим зажимом. Динамик родной, но край у него весь рассыпался. Может быть, проклеить будет работать, не знаю. И здесь вот должны быть какие-то три крепления, но они отломанные. Здесь вот оно есть одно, но оно тоже уже почти-почти отломано. Вот. Но я думаю, здесь они большой роли, наверное, не играют. Ну, вот это вот крайнее, по крайней мере, можно подклеить. А можно и сюда приклеить новые. Клей я уже экспериментировал не раз. Если что, оставлю на него ссылочку. Посмотрите, можете заказать и будете клеить себе такие места тоже. В общем, я его продаю. Цену его смотрите в описании. Спрашивайте, интересуйтесь. Если что, могу отправить, можете сами забрать. В общем, договоримся. Там же будет контактная информация в описании. Напишите. Обменяемся контактами или просто уже спишемся, созводимся, там ВК, Одноклассники и так далее. В общем, интересуйтесь.